Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора проснись, на работу надо. Прям с языка снял. На улице мороз. У Гитлера понос, как мы говорили в детстве, в рифму. Вот. В руке выносы. В руке мачта. Постой, Мишан. Стой, не шевелись. Вот прям не шевелись. Вот. И мы едем. Конечно же, мы едем работать. Не правда ли? Здорово. Охренеть. Подставку меня использует. Да. Едем мы сегодня за город. Будет у нас монтаж. Взяли мы с собой роутер Крокс, который у нас остался последний, 2240, вот от 6 категории. Больше пока нет, Крокс не отгружает. Ставить будем, скорее всего, без мачты. Но на всякий случай я решил взять выносы. Мачта у нас шестерка всегда с собой. И мачту трехметровую. А вдруг случится? Я тебе подарок купил. Забота о руках Мишана. Да, варежки теплые, а то ты что-то, у тебя все вечно щупальца мерзнут, говоришь. Да, а они тут... и так будут мерзнуть, мерз щупальца. Нет, это очень хорошие перчатки, у меня тоже такие есть. Я себе тоже такие купил. Вот они, видишь, какие классные. Я купил Паше одни. Пойдой железно. Одни себе, и вот теперь тебе. Так а что, лесенка теплая? Вытащишь? Она теплая, ровно до ступеньки. Ну, тащи. Так, а мне надо номера почистить. Я вчера парковался в сугробе. И номера у меня нечитаемые практически совсем. Сейчас через пост ехать, гаишники увидят, точно не похвалят. Эх, пойдет. Нормально. Все, к работе готов. Давно мы вынос лестницы не снимали. И возложение. Давай, а то вдруг все забыли, как это бывает. Опять же начну спрашивать, чего вы лестницу снимаете, чего больше снимать нечего. Мы не брали с собой. Дороги у нас, к сожалению, так никто и не почистил по-нормальному. Дороги узкие, блин, ехать очень плохо. Это, наверное, даже хорошо, что мы едем за город. Не за город едем? Ну, мы едем за город, потом до другого города, потом еще и за другой город. Там, конечно, тоже дороги, наверное, не чищены, там хотя бы деревни, там нет столько машин. Вот она вот встала, багажник расхлебянила, а как мимо нее проезжать? Она не подумала. Сейчас только зеркальце чик отстегнется. Нет. Мое зеркало казалось выше, чем ее. Да, друзья, зима у нас выдалась довольно снежная. Что-то снега намело уже вот сейчас середина января практически. И снега, снега намело уже как будто середина февраля. Сугробы прям вообще по колено. Сейчас крещенские морозы, все растает. Вот. Я солнце посмотреть в правый глаз, я извиняюсь. Едем мы сегодня за 70 с лишним километров, даже, наверное, за 80. Там есть деревня. Вот едем мы за чебуреками заедем. Деревню с чебуреками заедем. Значит, тебя перебивать. Но я не буду чебуреки. Я не хочу чебуреки, мне что-то не хочется. Он хочет чебуреки, врет. Вот я покупаю чебуреки, у меня потом отжимает и сжирает их все. Я сижу только пакетиками. Заразный. Вот. В общем, едем в деревню, будем ставить интернет. Скорее всего, это будет Теле2, потому что там кроме Теле2, в принципе, больше особо ничего не работает. Взяли с собой роутер Крокс. Скорее всего, затестим агрегацию на Теле2, посмотрим, что там будет. Блин, солнце светит прямо в лицо. Сейчас повернем, полегче будет. Вообще, есть желание поснимать обзорчики на роутеры. Вчера что-то я так об этом подумал. Наверное, сейчас, как Крокс начнет отгружать, закажем 6-ю, там 12-ю, 18-ю категорию, уж больно хорошие отзывы о них. И, в общем, будем вам все это показывать. Ну, а сегодня едем монтажить, как обычно. Вот. Наверное, будет что-то в Инстаграм, хотя морозный, я не знаю. Инстаграм вот, по-любому подпишитесь. Там интересно, мы там публикуем сторисы, пытаемся снимать там и так далее. Кто не подписан на канал, добро пожаловать. Всем рады, всех любим. Я подписался, обнимаю, целую, вот так вот, прям по-братски. Обнимаю. В общем, погнали с нами. Будет интересно. Наверное. Но куда? Мне всегда интересно. Ты заколебал уже играть. Отстань от меня, сколько можно?
Ладно. Еще солнце на меня сейчас направляет. Сейчас я включу камеру, дам ему в глаз. Я отниму телефон. Вспоминает антенны, которые ставил. Нет, да вон там внизу, стоит. Я знаю, это ставили 1500 лет назад. Билайн. Ставили ему еще билайн за 1000 рублей, который. Это в каком году ставили? Году в 15-м. Давно. Поехали посмотрим. Тогда у нас еще не было. У нас клиентов все равно пока нет. Клиенты уехали в город за ребенком. Тогда еще не было никакого. Нас встречают собаки. Только учились. Да. Поехали посмотрим. Знаешь, как ставил интернет? Вот где-то там. Тогда приборов 4 было, мегабита, огонь. Тогда это был огонь, слушай. Поехали, посмотрим. Поехали. Все равно никого нет пока. Пока ездим, они сейчас приедут. Добрались поближе. Еще ближе, конечно, не подъехать. Но, в принципе, что там показать. Антенна Агата F-MIMO. Здоровенная, вон она висит. Не знаю, видно, не видно в камеру. А над ней уже кто-то после нас... А была вон та антенна под усиление связи? Нет. Не было? Не было? То есть это же после поставили? И вот это не было вообще, комплекта этого. Ну это уже, да, это уже тот после ставил. Ну, тот, вот тот дом-то, на котором ты это ставил. Вот тот, да, тот. Да. Я сюда не ездил, Мишан здесь ставил один. Че, ладно, выбираемся. Сейчас ждем, когда приедут наши заказчики вот оттуда. И будем монтажить. Да. На улице мороз. Решили мы померить сигнал из машины, изнутря, дабы не отморозить себе принадлежности интернетовские разные, будем это делать в автомобиле. Берем основной проводок, вкручиваем ее в основной отсек удмуртки. Разъемы. Не такие разъемы, они цанговые на самом деле. Вот так. Туго входит. Но самое главное, что входит. Выходить не должен. Второй. А, блядь. Никак, надо его раздроконить немножко. Есть саморез. Великолепие цанговых разъемов, конечно, это что-то с чем-то. Надо просто кабель дерьмо использовать, тогда да, все будет нормально. Да, надо просто кабель использовать с тонкой центральной жилой, и тогда, наверное, будет все хорошо. У нас-то кабель с нормальной центральной жилой, который... Да, приходится дроконить. Короче, не лезет. Вот. Да будет питание на волшебную коробку. Че, окно открывать, что ли, хочешь сказать? Да, не надо удмуртки, так все поймать, сейчас посмотрим. Ты прям из машины будешь мерить? А да. Симка там какая стоит? Это что, там мегафон померить. Там мегафон? Начнем с мегафона, мерим из машины. Ну, 2600 тут как бы нету, его надо сначала переключить. Да. Но на самом деле, вот дом стоит вот там, сейчас я покажу. Вот тот домик, знаете какой? Он вот этот вот дом, вот этот вот дом, вот на нем стоит у нас... А что у нас там стоит? У нас там Теле2 вроде стоит. Там больше ничего вот. Нет. У нас туда вообще. Ну, тут, там вот билайн стоит. Тут наверху тоже билайн мы ставили, а тут, по-моему, Теле2. Телефоном посканировали, вот просто так телефон сеть не видит вообще. Хотя вот Е появилось чуть-чуть, а то вот ехали по дороге, связи не было вообще. Вот, телефон говорит, что в принципе 4G тут присутствует от всех. Сейчас посмотрим.
Ну, дом на высоте стоит, возможно, что-то поймается. Дом на высоте. Сейчас откроем окошко и будем мерить. Ну и как успехи? Не, в машине говорить не хочу, показывать сигнал. Ну давай окошко откроем. Пока клиентов нет, что нам делать? Дом нас никто не пустит все равно сейчас. Сейчас будем из машины с помощью удмуртки и такой-то матери мерить сигнал. Пожалуйста, базовая станция где-то там. Как у Малдера, да? Да. Сигнал где-то рядом. О, смотрите, смотрите, смотрите. Ты прям землю ловишь. Ну, короче, где-то вот так. Минус 20. Не, нифига не так. За деревом получается. Ну, минус 6. Минус 5. С дома-то я думаю, что с высоты-то. Да ноль будет. Думаешь? В лучшем случае. Ну давай. Че, нет? Не. Включи опять сигнал. Я сейчас поверну вот оттуда, вот туда. В той стороне у нас тоже какие-то базовые станции есть. Посмотрим, может, что поймается. О, ну, минус 7. Даже поинтереснее сигнал. Да я думаю, что с дома-то что-то будет, наверное. Доставь теле два. Нафиг. Мерзнет тут в окошке. Сидеть и посмотреть. Надо закрыть. Только что двойка была плюсом, Миша. Ну он же скачет, это же это. Теле два, в общем, гораздо лучше. Вот, короче, где-то там вот он. Как обычно, приезжаешь, ничего нет, а теле два есть. Давай. Антенну за окошком. Правее. Да ладно. А я знаю, что. Там он счетчик стоит в той стороне. Возможно, это он. Может быть. Ну. Слушай, из машины был сигнал нормальный. Почему он тут не работает? Вот так, пожалуйста. Вот ленивые, блин, даже на улицу выйти не могут. Проедь еще вперед. Вперед проехать? Да. Кто нам там говорил, что нужно? А, нам Алексей говорил. О! Лучше. Подожди, стой. Может, машина помеху какую дает? О! Единичка. Так, дальше едем. О, смотри. Да ты чё? Это счетчик стопудово. Огонь. Еще проезжаем. Нет, хуже. Заднюю скорость срочно. Надо скатываться обратно. Не, что-то это. Но ну помери вот так вот, на таком этом. Посмотри, что будет. Чутка проехали. Антенна, блин, смотрит прямо вот куда-то вот в тот дом как раз. Что, теле два на теле два, поехали. Офигеть. Ребята, смотрите. 26 мегабит. Пожалуйста. Вот она. Самая лучшая антенна. Прямо так из машины раз и работает. Не, ну я держать ее не буду больше. Все, давай скатываемся обратно. А ты вот сюда ее положи на панель. Да не хочу. Достанься здесь на панель, блин. Положи, посмотрим. Ну давай на панель, клади, смотри. Я окошко закрою, это холодно, у меня рука замерзла уже. На улице хоть машина и говорит, что минус 10, но на самом деле там холоднее. Ну что, агрегацию-то будем из машины испытывать, что ли? Да ладно, все, хорош тебе. А, ты прямо так хочешь? Мерим. Антенна смотрит в дворники. Слушай, мы с тобой даже можем сидеть и кино смотреть. Прям запросто. 20 мегабит вот в таком положении, нормально. Вот, смотрите, господа, на что способна удмуртка. Такие дела. А вот и наши заказчики приехали. Мне все ровно. Да? Работает? Ну, все, давай заезжаем. Сейчас я развернусь. И будем ставить это великолепие на стену. Убери, пожалуйста, ее отсюда. Чтобы она тут ничего не натворила, эта антенна. Крокс-то будем заводить? Зачем? Ну, интересно же агрегация, мы же не зря с собой взяли. Так, Мишан пошел в разведку, здороваться, дома с пеноблоков. Ставить будем куда-то наверх. Вот, сэр.
Ишан, я думаю, лесенка нужна, наверное. Какая злая собака. Ты какой злой! Какой злой! Иди сюда! Иди сюда! Злодей! Отправились на замеры, взяли с собой все. Главное, чтобы собака нас не заела сейчас. Задрал. Миша, я думаю, что правее надо поставить и чуть пониже. Правее поставь, чуть пониже пусти. Правее тут не поставишь. Ну, чуть пониже пусти, потому что в любом случае вешать-то. Вот как так оставляй. Блин, что-то стужа какая-то начинается на улице. Еще неприятная погода. Вроде только что было солнышко, а сейчас уже какой-то пипец. Так, бери саморезики, а я повешу на эти, на по пенобетону антера. Мишан просверлил дырки. Я немножко в машине погрелся, сейчас полезу наверх. Место, конечно, пипец, какое неудобное для залаза, но другого нет. Так, ну, нормально, довольно высоко, и ничего не откололи. Рамштайн взял? Так он там лежит. Я же брал его. Так, ставь сверло, молодец. Все, сейчас две руки освобожу. Так, ну теперь главное забить, чтобы не сломался пеноблок. Все. Клеваться будет, зашпаклевается. Держи. Мишан, накрути, пожалуйста, кабель сразу на антенну. И мы отсюда туда засунем. Ай, ты молодец. Может, ее сразу прикрутишь на кронштейн, стяжки завешай, а потом только джиг-джиг, и все готово. Давай в тепле так сделаем, и все. Сколько тебе на это время надо, Мишан? Не знаю, минут 5. Я пойду в машину пока погреюсь. Вот. Нормас. Погода прям реально портится. Такое солнышко было, когда мы сюда ехали. А сейчас что-то беда. По прогнозу погоды говорят, что будет снег сегодня. Не знаю, будет, не будет, но что-то мне кажется, что будет все-таки. Бу. Вообще. Хотя минус 9 показывает машина, но возможно просто машина уже прогрелась. Так, все? Да, все, я все настроил, короче. То есть прикручивать и все. Да, все, да. Давай, знаешь что, давай сначала кабель засуну, дай мне один конец. Блин, расправь, Миша. Сначала вот этот. А, вот уже стяжки полетели. Так, сначала один конец. Засовываем. За лентой надо зарядить. Слышишь, цепляй тогда на крокс. Давай. Потому что крокс нам покажет сигнал путно. И мы его сразу сейчас затестим. Вот. А потом уже перекрутим тогда на ZTE-шку с Netis'ом. И все. Следующий, сказал заведующий. Все, я заделаю внутри. Мне гораздо лучше понравилось вот так собранную антенну вешать, чем все это дело заделывать на морозе эти цинговые разъемы. Шикарные. А тут взял, готовенькое достал, прикрутил. Давай всегда так делать. Сейчас, подожди, да подожди, ключ пока не надо мне. Еще лучше было бы, если бы я ее прикрутил, да? Да. А не, ну мне тоже скучно было бы в машине. Блин, надо подтянуть биту. Ну, как-то так. Осталось чуть-чуть дотянуть. Не, ну а что? Держится крепко, прикручен, надежно. Потом все это дело запокроется и будет огонь. Вот, антенку чуть-чуть подтянул,
по направлению будет куда-то примерно вот туда. Ну и сейчас настроим. Сейчас начнем с мегафона. Вдруг мегафон все-таки вытянем. Он подешевле для клиентов. Ну а потом, если нет, к Теле 2 будет. Ну таки что там, Михаил? Сенер 11. 11 плюсом? Угу. Мегафон? 10, агрегация 10. Есть? Угу. Одна несущая, 1800, да? Смотри, чтобы кошка у тебя вон там не прыгнула на окно. Да. Так, ну что, давай покрутим, Сенер поищем. Сколько показывает расстояние до базовой станции? 9. Ай, ты просто редко видишь Крокс. Давай, смотри, СНР, погнали. 11, 2, 9, 4. Прыгает. 8, 8. Сколько я сейчас? Я говорю, все настроил. А, ты уже сразу настроил, да? То есть то, что я ее поворачивал потом, это ничего, да? 11, 2. В смысле 11, 2? СНР. А, 11, 2. 12. То есть так даже лучше получается. 7. Так? 6. Минус 7. Ну, получается, что мегафон у нас где-то вот там находится. Более прямо, чем Теле 2. Сколько сейчас? 8. Только что было 11. 9, 6. 11, 6. Сейчас? 11, 6, 2. Ну, чего 2? 11 и 2? Просто 2. Да ты что? А 10. Че он так скачет? Вот так вот же ты говоришь, было 11 и 6. Вот так. Ну, давай, давай делаем замер. То есть это получается максимальный сигнал у нас вот по направлению вот такому. Ну как-то вот получается между кустами, наверное. Давай я чуть ниже слезу. Сделай замер, ткни мне в окно. Да. Мегафон здесь мощен, силен. Билайн, я думаю, нет смысла мерить. Ставь Теле 2. И все, не будем делать мозги. Че ты там еще увидел? Ну, ничего. Ставь Теле 2. Вот такой мегафон. А вы говорите, агрегация. Причем мы находимся недалеко от Кольчугина, тут на машине минут 10 ехать. Вот. Агрегации нет, сигнал есть на Сейнере 2. Теле 2 из машины работал на тридцатник почти. А здесь... Теле 2 даже на тридцатном Сейнере быстрее работал. Да, Теле 2 у Мишангры даже на тридцатном Сейнере работал быстрее. Вот вам шестая категория. Вот вам мегафон. Сейчас будет Теле 2. Сейчас попробуем, посмотрим насчет агрегации, кстати. Ну что говоришь, Теле 2 запустился? Да, две несущие сложил. Две несущие. По 10. 3 плюс 3. Так, а что СНР? 19-1. В смысле 19-1? Скачет от 19 до 11. Ну сейчас сколько? Сейчас 19. Двигаем чуть правее. 14. Хуже так? 20. 20. Стабильно ли скачет? 13. 16. А, по сигналу 22. По самому. Ну, получается, да, Теле 2, но получается где-то правее. Вот еще, наверное, вот так вот даже. Сейчас как? Хуже. Хуже? Давай чуть-чуть обратно тогда. Так? Вот так. Давай. Сюда мне скорость покажи уже скорее. Только я первый посмотрю. Я затяну и слезу, я замерз. Как всегда, я первый посмотрю. Вот это лицо я прям вообще... 30. Это что, в агрегации? 32, 33. Покажи мне сигнал. Было 40. Я сейчас зайду в дом и все равно еще перезамерю. Так. 18,6 СНР, 67, 90. Да нормально, пойдет. Там крутни чуть вверх. Вверх, Миша, напусти этот, ну, верхнее меню, еще выше. А что-то, кстати, да, не видно расстояние до базовой станции. Ладно, все, я это. Давай. Я затягиваю и слезаю. Лестница на базе, антенна на стене стоит. Разместили вон там.
собственно, я уже показывал. Все, ветер поднялся. Короче, я пошел в дом. Посмотрим сейчас, что там Мишан сделал. Проводочки с запасом. Так, а сейчас откусим. В общем, тестим. Смотрим. Новый интерфейс. А что за логин? А, все правильно. Логин root. Интересно мне, что он нам выдаст. Вижу молодой гривень. 5 месяцев уйдет. Вырос. Ты потом весь шерсти будешь, Мишан. Единственное, что я не пойму, где он. Он должен показывать расстояние примерно до базовой станции. Но хотя мы видим, что он сложил нам Б3 и Б3. Это очень хорошо. Что ты делал? Какие замеры были по скорости? 36. Интересно, сколько нам покажет 4-я категория. Где у тебя тут в этом во всем спид-тест, Миша? Ух, не надо. Вот он, нашел. Не надо. Так, посмотрим, что нам покажет Крокс. Сразу заваливает. 38, 39, 40, 42, 43. В общем, 40 стабильно держит. 43. Ты на какие сервера ты мерил? Инфолинк сейчас какой-то. Инфолинк мерил. Обратка 16, 15. Ну, нормально, вполне. В общем, Крокс работает. Это очень хорошо. Вот так. А мегафон получается без агрегации. Держи. Так, котик. Ты бы шел отсюда, а то я сейчас тебе на хвост как наступлю, ты орать будешь, матом ругаться. Давай. Выключаем Крокс. Вот Энетис прописался на месте. Кабель оставили на запас. Закрепили на дюпель хомуты. И что нам показывает 4-я категория? Что нужно мерить скорость? Ну, какой ты там, какой у нас был сервер-то? Да бог. Теле2 на Теле2? Ну давай. Разгон, разбег. И ничего. Стоило мне подойти с камеры только. А сейчас тогда перезапущу. Давай, перезапускай уже. Ну. А, это роутер выключился, включил. Сейчас подожди. А, ты это, ты точку доступа или что менял? Wi-Fi отрубил на модеме, а он заставил его перезагрузиться. А. Ну, вроде моргает, нормально все. Готово. Ну давай. Погнали. Теле2 на Теле2. Так. 3, 2, 1, пуск. Ну вот он как раз два раза и поднимает. Только что было 36. Слушай, то что было, это одно. А то что есть, но все равно это 25 для деревни. Ну это, давай еще это очень давай хорошо. Давай еще один замер. Торчит уже. Вы пришли пароль придумывать? Ну да, как все же. Сейчас придумаем. Ух ты, ух ты. Его можно ну, менять. Ну слушай, или нет? Классно. Не, ну все равно агрегация, конечно, делает свое дело. Подполтос был, ну, он разгонялся временами. У вас на телефоне или на моем? Подождите пока. Сейчас и на вашем будет, и не только на вашем. Ну все, короче. Отлично, называем точку доступа и все. Появился интернет. Ну как интернет? Хороший, нравится? Да. Это хорошо. Хорошо. Ждем активации сим-карты и можно собираться к дому. Надо, кстати, это все собрать, унести в машину, наверное, сразу сейчас. Чего оно тут стоять, валяться, будет мешаться? С погодой нам что-то не повезло. Наоборот, повезло, мы закончили. Ну да, с утра я сказал, что погода хорошая, пока мы делали, погода вообще в край испортилась. Метель. Юга. Ну, главное, что мы сделали. Главное, песня? Что мы выиграли. Шумит январская вьюга. Кстати, да, январь. А мы поехали, мы есть супчик. Горячий. Некоторые слова говорить. Закончили. Поехали. Выбираемся из деревни, из этой чудесной. Вот, ближе к цивилизации. Планов пообедать. Что хочу сказать. Потестили Крокс, конечно, потестили не так, как хотели. Как всегда, когда что-то такое нужно делать,
стоит человек над душой, вот так смотрит, что мы делаем. Это тоже, блин. А еще в тот момент, привет, когда начинаешь снимать, что-то обязательно говорит. А, про меня? Ну и про тебя в том числе тоже. В общем, диалог с клиентом. Ты что на меня жалоб тут? Да ты молодец, ладно, все нормально. В общем, Крокс работает, агрегация на Теле 2 есть, на Мегафоне агрегации нет. Все вот говорите, агрегация, вот выйдешь вот чуть за город и все, и уже только Теле 2, а все остальное где-то там. Простите, выбираем, пожалуйста. Выбираемся, в общем, мы к месту пообедать. И потом едем в сторону города. По плану у нас сегодня еще видеонаблюдение починить в одном из магазинов. У того человека, который был в прошлой серии, у него же только другой магазин, говорит, что вообще ничего не работает. Вот просто вообще совсем не работает видеонаблюдение. Поедем, посмотрим. Я думаю, знаешь, что виноват там? Блок питания. Да, наверное, блок питания. В общем, мы поехали. Поехали с нами. Какая все-таки задница на улице, на дороге в частности. Как хорошо ехали туда и как противно, блин, едем обратно. Вот невероятно портится. Да. А ты что делаешь? А я играю. А во что играешь? Блин, хрен знает, пуль-пуль. Покажи. У меня энергия кончилась. В общем, движемся в сторону города. Может, сейчас где заедем, покушаем, посмотрим по дороге. Набрели на какую-то столовую. Тут вроде как раньше кормили, а столовая была вот здесь. А сейчас здесь магнит. И что он пошел в разведку. Говорят, что вкусно и сытно. Что-то пока назад не идет. Пропал что-то совсем. А, там, так, машину закрыл. Закрыл. Тут что-то такой интимный полумрак вообще. Почти закрылись. Что, нас покормят? Да, сказать, что там осталось. Как здорово. Куриная, отбивная. Что, греч с котлетой, да? Советская столовая. Дим, выбери, пожалуйста, что-нибудь. А где в туалет можно сходить? Вот здесь налево. Ты дай сначала руки помой, потом ты в туалет пойдешь. Оп, нахал. Так. В общем, короче, будем на солянку. На первое. Салатик какой-нибудь, что ли, съесть. А салатики у вас есть какие-нибудь? Салатики есть у вас? Как дома, кастрюльки-то. Прикольно. Если убрать стойку с сим-картами, эту дезинфекцию и вот эти кресты, то можно снимать фильм про Советский Союз. Столовая, ребята. Тебе вкусно? В то время тоже так было холодно. Ну, холодно, да, морозно. Здесь, наверное, градусов 5 всего. Тепла. Вкусно, Миша? Нормально. Приятного аппетита. Спасибо. Какая музыка играет? Прям... Ай. Ладно, надо поесть. Сырнички обои. Горячий чай. Из пакетика вообще прекрасно. Музыка уже пошла из 90-х, ты заметил? Ну все, мы тихонечку возвращаемся. Тут все, приходишь, короче, тебя так резко погружают в 80-е. Столовая СССР. Главное про Сталина не шутить. Тут в багажнике можно оказаться. А леса здесь густые. Дремучий. Татьяна, я возле дачи Сталина. Я ничего не вижу, я в ухе. Давай. За нас с вами, за хрен с ними. Чтобы наши дети не боялись паровоза. Так Витёк говорил. Наш первый тост всегда. Да.
Спасибо большое. Да, спасибо. И вас тоже спасибо большое. Всего доброго. О, темнота вдруг молодежи. Ой, а на улице, Мишан, ничего не изменилось. На улице все такая же задница. Блин, надо в машину скорее залезать. Всего доброго. До свидания. Кошмар. Кошмар. Ну что, резюмируй, как тебе кафешка? Кафешка? Ну, как написано, в принципе, я поддержу всех комментариев, да, которые есть в Яндексе. Мы почитали, в Кольчугино была закрыта кафешка, мы решили где-то поесть по дороге. Когда 100 лет назад я здесь обедал, но это было так давно, что я уже не помню, но она была вот прям во все вот это вот здание было кафе. А сейчас тут магазин «Магнит». Ну, в общем, это вкусно, недорого. Да, на двоих получилось что-то там чуть больше 600 рублей. Это первое. Второе. Салат. И чай. И чай. С лимоном. Хлеб. Вот так. А мы еще эти как было? Ну, сырники это допом мы взяли потом. Ну, в общем, короче, недорого, вкусно. И да. Вполне. Населенный пункт. Черкутино. Это какой район? Это Кольчугинский уже, наверное? Ну, это на, да? Границ Кольчугинского, да, района. В общем, это... Посередине между, короче, Владимиром. Между Владимиром и Кольчугиным. Вот. А мы поехали дальше. Поехали мы дальше. Поехали. Ты опять что-то... играешь? Нам сюда, у меня энергия остановилась, пульки играю. Ага. Ну давай, играй. Приехали мы в магазин, а там, походу, магазин закрыт. Чуть ты не пойдешь, сходи. Что потерял? Перчатки. Тебе перчатки зачем? Ты же не на руках пойдешь. И шапку. Магазин должен работать, короче, до 7 часов, время 18:38. Магазин, походу, закрыт. Спалили мы продавцов перед директором. Продавцов накажут, значит. Ну, он директор говорит, что магазин открыт до 7 часов. Короче, ты пойди дернись, у нас тут пробки ужасные просто. Я сейчас объеду, с другой стороны встану, здесь там шапку надо негде найти. Да ты ее положил куда-то туда, шапку найди, свет включи, да ищи свою шапку. Ой, блин, как всегда. Счастливого вам пути. Счастливого вам посидеть в машине. А я ехать буду, я сидеть не буду. Звонил директор только сейчас и сказал, что они сегодня до 6 решили поработать. Короче, никого нет. Еще мы с Мишаном поехали разгружаться. Вот. Решили они. Да, такой вот день получился. Тем временем город заметает. Прям заметает, заметает. Мне сегодня еще ехать на Южный объезд. Ты со мной поедешь? За оборудованием на Южный объезд. Если машину ты встречаешь. Кажешь, то, конечно, поеду. У меня вариантов нету. Надо окно закрывать. Чё-то прям беда вообще там на улице. Ты смеешься, как ты этот самый, как труп. Прибыли на базу. Наконец-то. А если ты еще раз дверью хлопнешь, ты купишь себе новую дверь? Я, знаешь, как буду хлопать дверью в твоем форде? Не вот надо дверями хлопать. Это не патриот. Там. Зараза. Ой, так, ладно, лестницу надо отвязывать и валить отсюда. Ну давай, сегодня ты говоришь. Да. Вот и подошел к концу наш очередной рабочий день. Так я обычно говорю. Да? Ребята, короче, все закончили, на улице полный. Абсолютно метель, короче, выехали, солнышко светило. Когда...
меня нету слов. Короче, пурга, метель, по дороге фуры в горку подняться не могут. Вот так вот шлифуют, шлифуют, шлифуют. Короче, это, опять же, с видеонаблюдением у нас не прокатило сегодня, потому что вдруг, по какой-то неведомой причине для директора магазина, продавцы сказали, да закроемся-ка мы сегодня в 6. Зачем до 7 работать? Здесь никого нет, на улице пурга, метель, нахер, это только мы работаем допоздна. Так что не забывайте ставить лайк. День прошел не зря. Не забывайте ставить лайк. Подпишитесь на наш инстаграм. Подписывайтесь на наш инстаграм. Естественно, подписывайтесь на наш канал. На бейте наш колокол. TikTok. Пожалуйста. А, даже в ТикТоке есть, да, там иногда... Мы пока не знаем, что там снимать, если вы подкиньте нам идею по поводу ТикТока. Мы, короче, там это... Там короткие видео. Да. Да, как по 50 видео грамм выпьем, так видео выходит в ТикТок. Да. Кстати, да. Кстати, да. Именно так. В общем, друзья, спасибо, что смотрите. Мы до стараемся для вас. Встреч. Новые всего видео доброго. Уже скоро. Пока-пока. Залепляй. Нет! 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 Да все.